«Тайны настоящей любви Михалкова». Михалков любил их обеих – блестящую Анастасию Вертинскую и верную подругу Татьяну Михалкову. Но судьба свела ее с той, которая сумела отойти на второй план. Никита Михалков – популярный российский режиссер, лауреат множества премий. С первой женой Анастасией Вертинской Никита Михалков познакомился еще в студенческие годы, во время обучения в «Щуке». Молодые актеры узаконили отношения, и уже через 9 месяцев в их семье появился сын Степан. Личная жизнь двух актеров не сложилась, и вскоре супруги расстались. Второй женой Никиты Михалкова стала Татьяна Шигаева, с которой актер связал жизнь без особых свадебных помпезностей. Супруга режиссера родила ему еще 3 детей. Семья Никиты Михалкова выглядит образцовой, но слухи о режиссере и его женщинах редко прекращаются и в основном обрастают доказательствами и подробностями. Громкий скандал разразился в 1994 году, когда Никита Сергеевич познакомился с девушкой на вечеринке дочери. Алиса повсюду сопровождала режиссера. В обществе ее называли девушкой-помощницей Никиты Михалкова. Но уже тогда светский бомонд обсуждал то, с кем же на самом деле встречается Алиса. Второй угрозой браку Михалкова стала Мария Лемешова. Молодая журналистка очаровала мэтра. В 2011 году Лемешова вышла в декрет. Некоторые обсуждали, что девушка подарила режиссеру внебрачного ребенка. Официального подтверждения данная информация не нашла.